Ну вот это неприглядное здание на краю дороги, здесь, в Кении, Китала, является детской школой, где дети учатся. Ну что, мы приехали в Кипсонго. Мы осваиваем местность, знакомимся по возможности с большим количеством людей, потому что время, конечно, терять нельзя. Вот, и мы приехали здесь, в эту местность, чтобы и здесь пообщаться с людьми, и кому-то сказать хай. Навести мосты, мосты. Нужны мосты. Вот мясная лавочка. Такие мошки хорошенькие прямо на мясе сидят. Это малышня, это маленькая. Каждый взяли меня за свой палец. Уже минут 10 вот так вот ходит, каждый за свой палец держится. И гладит мою мохнатую руку. Вот прямо с таким удивлением, что видит человека, покрытого шерстью. Ай-яй-яй, дети. Дети, кишки.